11 июля, продолжаем борьбу с сорняком. Тут где у нас тыква, вот он, иначе выкапывает репей. Вот он его бросил. Репей! Репей, посмотри, что тут делается. Я маленько подковыриваю под корень. Вот. Вон такой здоровенный. Никак не ожидал, что тут столько репья может быть. Я боролся с ним на улице, а он на нашем огороде. О! Ой-ой-ой! Вымахал. О! О! Может, о, на память сфотографировать. О-хо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 . Ну и как? Отлично. Победа полная. Врага повернуть на землю. И все выворщено. Смотри, он как вывернул бульдозер с тобой. Молодец. Ну. И тут тыква еще. Настя, сегодня он новый черешок сделал. Надо успеть. Смело идет в атаку на репей. О! Все, бросай, Володя, пошли. Все, пойдем. Давай косу забираем. Надо еще докосить еще придет. А! Ну поставить здесь можно. Пойдем, а то не успеем. Все. Вроде бы репья больше такого нет. Успеть, а то на обед опоздаем. Да-да, идем.